Всем привет! Ребят, всем привет! Меня зовут Настя, мы начинаем влог. Мы взяли с собой батарейки, нам надо отнести ежикам. Я уже столько лет забываю. Ну, не лет, с месяца. В общем, вот сюда я сдаю батарейки. Я не выбрасываю. Не знаю, куда они их девают. Надеюсь, тоже не выбрасывают, а сдают куда-то. Осталось надеяться, что они работают сегодня, в субботу. Не, открыта дверь. Ну, класс. Здрасте. Мы батареечки положить. Вот так. Так. Мы помчали на почту, зайдем. Василисе по Авито приехала куртка. Таська. Это нам. Пошли. Таська залезла на велик и типа едет. Музыка тут вообще класс. Забрали куртку. Василисе как раз есть чем бегать на улице. А то она приходит здесь, она как свинья редкостная. Я думаю, черная как раз покатит. Пришли пораньше ко дворцу на полчаса. Так получилось. Пришли посмотреть, что же за детская площадка единственная в районе. Ну, она вся разломанная, ребят, конечно. Все пробито ногами. Этим занимаются, конечно, подростки. Но я знала, что она поломана в одном месте. Вот здесь она была поломана давно. Та горка была целая. Вот так вот это выглядит. В общем-то, властям на все наплевать. Короче. Ну, девчонки сказали, что будут хотя бы полазить, раз не покатаются. Пусть полазят. Ну, зато у нас ремонтируется площадь партизан. Слава богу, наконец-то. В пятый раз, наверное. Так, здесь, конечно, можно сделать шикарное место для отдыха детей, взрослых. Но для этого нужны какие-то вложения. Девчонки играют в дочки матери. И нашли... Одна целая, да, горка? Одну целую горку в комплексе. Так что не все так плохо. С одной горки можно скатываться. Но высота тут, конечно, если маленький ребенок, это, блин, можно разбиться. Но она хотя бы целая. В общем, они тут... Привет. Привет. Привет, привет. Ну, тут тоже все разломано. Ну, дети все равно веселятся. Что делать? Больше негде. В районе это таких комплексов два. Один вот этот разломанный полностью. И второй есть в парке Толстого. Все. В советском районе таких, вот, чтобы можно было прийти не во дворе, а в парках. Это вот у нас в городе. Получается, в этом районе два, насколько я знаю. По крайней мере, которые я знаю. Так вот печальненько. Это вот если сравнить с московским двором, где вот куда мы приезжаем, да, коллегу, там в каждом дворе такой комплекс. Ну, не такой даже, гораздо лучше. Добрались мы до дворца, наконец. Сейчас сдадим детей. И будет какое-то время свободы. Вот сюда. Такого будет делать. Совсем я обросла. Надо снова стричься. В общем, такие мастер-классы проходят достаточно регулярно на разные тематики, на рисунки, на лепку, на какие-то поделки они делали в прошлом году к Хэллоуину. Очень крутые, я показывала. И вот сегодня они будут валять. Стоит это 250 рублей. Там какая-то некорректная все время информация на объявлениях. Но я считаю, что это очень интересно и полезно. И дети узнают новые виды изобразительного искусства. И всякого прикладного искусства в том числе. Поэтому я думаю, что могут участвовать не только дети, которые ходят во дворец заниматься. Просто дети, которые ходят, опять же, во дворец заниматься. Мы в курсе, как бы, что происходит.
А остальные, ну, только на группе ВКонтакте, наверное, тоже выкладывается какая-то информация. В общем, я думаю, что можно попадать на них. А у нас сейчас план сходить, пока дети занимаются, в Фикс Прайс и в Светофор. В общем, пройдемся с подружкой, погуляем. Смотрите, какая классная. Можно я потрогаю? Супер вообще. Сама сделала. Это какая-то мышь. Или кто это? Или кот? Мышь. Это мышь. Это мышка. Ух ты какая хорошая. Ребятки, я опять выдвинулась из дома. Василиса гуляет во дворе. А мы решили дойти до Бургер Кинга посидеть, общаться. И еще я тут открыла для себя новый сервис. Хотела рассказать. Называется Ютека. Это приложение, оно как бы объединяет в себе много аптек. В общем, в нем можно заказать в любую аптеку, доставку, выбрать цену. В общем, мне, в принципе, понравилось. Она не очень доработана еще пока. Но я думаю, что со временем они будут очень неплохи. Конечно же, это пока еще не аптека.ру, но уже стремящийся к этому сервис. Ну, в общем, я заказала. И сейчас пойду получать. Уже второй раз я там заказываю. Заказывала лекарство, которое в среднем по городу стоит 2700. Я там заказала за 2200. В общем, экономия налицо. Так что можно порыться. Называется Ютека. Так, прям по-русски. Вот. Так что вот такое открытие у меня в этом месяце среди приложений полезных в быту. Так, ребятки, мы пришли домой. Я была сегодня в Фикс-прайсе. Купила Василисе такую штуку, смотрите. Конструктор-точилка. Да как она у нас любит, лего. Суперская. Также купила ей набор из полимерной глины лепить. Но она сейчас не будет это делать. Потом как-нибудь. И вот такие классные наборы закладок там появились. Тоже суперские, смотрите. Они из жесткого картона. 4 штучки. Так что прелесть. Сейчас Василиска соберет все. Посмотрим, что получится. Так, девчонки, еще зашла в детский мир. Там какие-то хорошие распродажи на лето. Вот такие штаны, тонкая джинс. У нас были такие. Они еще, кстати, есть у меня, лежат на Авито. Тонкий джинс на лето, вот когда прохладная погода, очень круто. Они стоят, ну, здесь неправильный ценник. В общем, они пробились за 500 рублей. Прям рада. И футболки со скидкой, то есть, сколько тут они, 299, эти вообще по 199, так что, если у вас есть детский мир, я думаю, что на лето стоит запастись, вот я уже приступила, но у нас как бы с футболками в прошлом году была засада, я прям бегала, искала футболку, ну, чтобы футболки были, и по ценнику это было как-то вообще по 700 рублей, ну, как сезон. Сейчас, конечно, вот на следующее лето я Василисе купила. Не знаю, конечно, как это будет стираться. Тут такие бусики. Наверное, надо будет вручную, чтобы не отвалились. Ну, и вот эти тоже штуки. Ну, посмотрим. Зато симпатично, красиво смотрится на лето. Класс. Ребятки, уже вечер. Василиса из душа вышла. Мы сделали уроки. Она доделывает учеру. Промыть шевелюру нашу надо уметь еще. Это занимает очень много времени. И сейчас уже будем готовиться ко сну. Вот. Осенью корма для птиц становится меньше. Очень мне нравится, как учеру. Собрала она этого льва классного. Точилку очень здоровски. Она очень хорошо чистит. Он, да, он хорошо очень точит, но он разваливается. Короче, ноги отваливаются без конца. Вот, вот такой вот у нас учебник по английскому языку в школе. Совершенно бестолковый. Я не знаю, как дети по ним занимаются, но куда деваться. Приходится, видимо, заниматься, куда деться. Да. Вот так вот проходит наш вечер. Все, я буду загорать, все, плавать в море. Все, до свидания. Я на теплых краях все буду плавать. В теплые края. Самое интересное, что у нее сейчас программа в учеру совпадает с тем, что они проходят сейчас в школе. То есть это очень классно и очень удобно. Так, ребятки, а мне тут пришел промокод на бесплатную фотокнигу от NetPrint.
в рамках празднования дня рождения Билайна. Я очень, не знаю, всем присылают или каким-то избранным товарищам. В общем, мне вообще везет на эти книги. Я уже, по-моему, у меня две есть в разных форматах все. И вот эта третья, вот хочу ее, как это называется, отредактировать. Здесь у них на сайте есть вот редактор, можно создать. Вот так вот она выглядит. То есть тут можно несколько шаблонов у них есть, но вот мне вот это как-то приглянулось пока что. И буду сейчас оформлять наше лето, посмотрим, что у меня получится. Я вот тут выгрузила фотки в компьютер, у меня не было их, они были на телефоне все. Часть у меня выгрузилась криво как-то, поэтому я не знаю. В общем, думаю вот так вот сделать. Это будет фотокнига в мягкой обложке, 40 страниц. Ну, они получаются очень приятными. Вот сейчас, если найду старые, я вам прям покажу. Ну вот, у меня как бы есть две вот разных, видите, видов. Одна это вот Василиса маленькая совсем была вот. Совсем крошка. Это фотографии из роддома на телефон. Ну вот так вот распечатано. Очень, кстати, прикольные. Такие вообще фотки классные. Ну и действительно симпатёво сделалось так. Вот 6 месяцев. Вот так вот. И вторую я делала тоже, кстати, все по промокодам. Оно, там я не помню, сколько я платила, какие-то не очень дорого, в общем. Тут она уже постарше. И мы тут ездили в Москву. И вот такого плана получилась фотка. Ой, фотка, господи, альбом. Так что вообще очень такие приятные такие вот штуки. Тут не очень хорошие тоже съемки, но на телефон. И, конечно же, они, наверное, профессиональный фотоаппарат были бы лучше, но так как у меня его нет, это тоже потянет. В общем, вот так. И теперь вот еще промокод пришел, надо обязательно им воспользоваться. Так что я счастливый обладатель промокода, пойду этим как раз заниматься. Займет это у меня какое-то количество времени. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да. Всем пока-пока.